Привет! Вы на канале Тим Вити и Маша. Сегодня у нас расстаковка Рактовора R3. А это что? Хасбро? Да. Привет, друзья! Да, Хасбро еще в 2002 году получила официальную лицензию от Такара Томми, чтобы выпускать вот такую замечательную игрушку на международный рынок, то есть в Европу и в Америку. А если бы не продали? Ну, тогда кто знает, может, тогда бы и мы не знали вот такой замечательный мультик и не могли бы играться вот таким вот Бейблейдом. Но что самое интересное, для Америки и европейских стран некоторые названия Бейблейдов, да и имена некоторых героев были изменены. Вот кто знает, друзья, подписчики, напишите, как по-другому назывался Рактовор в Японии. Тому мы передадим привет. Да, кто напишет первым в комментарии, как назывался Рактовор в Японии, ну, тому мы передадим приветик в следующем видео в самом начале. Ну что, давайте распаковывать? Ну, согласна, давайте распаковывать. Тимофей, что у нас так? У нас здесь всякие инструкции. Дальше запускалка. Вытаскивай вот эту штучку. Так, она здесь у нас вытаскивается. Вот. Здесь все детальки прикреплены. Сейчас мы их открепим и будем рассматривать. Вот, распаковали мы наш Бейблейд. Рактовор – это выносливый тип. Да, и им играет Рантаро Кияма. Рассмотрим его энергетический диск. Посмотрите, у него 4 крыла, 2 небольших маленьких из прозрачного пластика, а 2 вот таких вот больших из оранжевого, красивого такого яркого пластика. И вот эти большие крылья, они как бы повторяют образ аниме крылатого зверя света. Вот такой вот он грозный. Сразу давайте вы посмотрите код, кто играет, ребята, в игры с бейблейдами виртуальные. Вот вам код. Можете сканировать. Я что-то выдвигается. Ага, здесь еще есть на этом диске две вот такие вот детальки, как тоже маленькие крылышки. Посмотрите. Скорее всего, при вращении они выдвигаются и создают вот такую полностью округлый, диск делают полностью круглым, тем самым распределяя вес и выносливость во время боя. Вот такой вот секретик, да. Силовой диск состоит из двух частей. Одна часть металлическая и вторая пластмассовая. И по идее они должны как бы друг от друга разделяться, сниматься. Но у меня что-то сейчас не получается. И сам наконечник, он вот здесь, посмотрите, в виде крестовины. Наверное, эта крестовина помогает ему лучше вращаться. Ну что ж, давайте сейчас соберем полностью наш Бейблейд Рактовор и испытаем его в бою. Давай! Вот такой красавец Рактовор в собранном виде. Посмотрите, какой классный, яркий. Ну что ж, запустим его на арену? Да! А ну, Тимофей, давай пробный запуск. О, хорошо пошел. А жужжит как? Посмотрите, как он ровно-ровно крутится. На самом центре. Класс. С кем сегодня Рактовор будет сражаться? С Волтреком. Итак, Рактовор R3 вызывает на бой Волтрека V3. К бою! Раунд первый. 3, 2, 1. Ого! Волтрек, да. Волтрек, прям такие атаки по всем углам. Давай, давай,
Он вытесняет его из центра. И сам проиграл. Раунд второй. 3, 2, 1. Опять Утреек атакует. Рактовор держится. Смотрите, как только что отлетел. Вултреек молодец. Смотрите, смотрите, какие атаки красивые. Ну и опять неудача. Раунд третий. 3, 2, 1. Красиво пошли. Ох, Вултреек такие круги наматывает. Они оба разлетелись. Ничья. Вот это круто! Это была ничья. 3-1. Еще один раунд сейчас будет. Так, давайте подытожим. Это какой у нас сейчас счет получился? 4-2. И выиграл Рактовор, правильно? Да. А давайте, знаете, какой сейчас раунд проведем? Какой? Сейчас мы соединим два вот этих запускалки, этих соединим. И запустим их одновременно, с одной и той же силой. Так как вы запускали, ну, с разной силой. А сейчас Тима запустит все одновременно. И посмотрим, да, кто из них выиграет. Так, давай. Я за Рактовора. Ты будешь за Рактовора? Будем болеть будешь, да? Ну, посмотрим. Я тоже за Рактовора. Так. Итак, сейчас будет интересный раунд. Тима запустит одновременно два волчка. И мы посмотрим, кто же теперь выиграет. Ну что ж, поехали. 3, 2, 1, го! Посмотрите, посмотрите, Рактовор, как Волтреек заходит. Ну что, за Рактовора болеете? А я тогда буду болеть за Волтреека. Посмотрите, какие красивые атаки. Нет, все равно Волтреек сдается. Интересно, почему? Мам, пишите, кому передать привет. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Тим Витрич и Маша. Пока-пока. Пока, друзья.